Как наладить продажу своего товара, если на рынке много конкурентов? Этим вопросом рано или поздно задаются все отечественные производители. Поэтому в холдинге «Самрук Казына» разработали программу поддержки предпринимателей. Речь идет о гарантированном рынке сбыта и модернизации производства. Подробнее расскажут мои коллеги. Прежде основатели завода изучили рынок. Выяснилось, что ниша производства электродов для сварки в Казахстане почти свободна. Всего 2% от необходимого объема, остальные 98% – импорт. Несмотря на достойное качество продукции, приобретать электроды у нового игрока на рынке покупатели не торопились. Во-первых, государство в лице холдинга «Самрук Казына» дало нам денежные средства, то есть прямые инвестиции. Во-вторых, благодаря тому, что мы вошли в холдинг, мы получили приоритетное право реализации продукции внутри холдинга. Можно сколько угодно строить заводы и завозить технологии, но если не будет сбыта, проекты обречены на фиаско, рассудили в холдинге «Самрук Казына». Поэтому там разработали проект поддержки отечественных производителей путем гарантированного закупа. Покупатели ищут среди дочерних предприятий холдинга. Основной целью программы является как раз-таки поддержка отечественных предпринимателей, которые хотят освоить новый вид товара, либо модернизировать действующее производство, выпускать продукты, которые востребованы нашими компаниями, но при этом наши компании в настоящее время такие товары импортируют. То есть, по сути, программа нацелена на импортозамещение товаров по группе «Самрук Казына». Предпринимателю, конечно, не так просто стать участником программы. Придется выдержать несколько уровней проверок и согласований. Но на заводе «Электрод СК» говорят, что результат стоил усилий. Ведь в итоге завод вошел в состав холдинга «Самрук Казына». Так как мы являемся частью холдинга, покупатели оказывают нам определенное доверие. Вот, так как за нами государство, ну, скажем так. То есть сейчас стало легче? Да, намного легче. Если 2 года назад на заводе производили 600 тонн электродов в год, сейчас в 2,5 раза больше. И это не предел. Всего в рамках программы гарантированного закупа уже реализовано 8 проектов и еще 6 на рассмотрении. Ирина Евгеньева, Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Информбюро, Карагандинская область.